Ну, то есть опять хотите рисовать график. А может быть, все-таки обойдемся без графика? Может. Посмотрите, если без графика, если просто нарисовать на прямой две точки, кстати, какие? Минус 3 и... Минус 3 и 2, да. И что? Ну, например, где-нибудь здесь. Расстояние до двойки, а вот это расстояние до минус 3. Чему равна разность этих расстояний? Вот это, ну, конечно. А это 5. Так. А если возьмешь точку между точкой минус 3 и 2, разность расстояния будет равна 5? Нет. А если здесь? Отрицательно. Она будет равна минус 5. Да? Замечательно. Значит, какой ответ? Получается, х, да, выше и равно. Ну, обычно все-таки стараются, поймите, вы прямую, да, привыкли рисовать слева направо. Поэтому разумнее написать так, вот здесь отрезок, прямо так и пишем. Х больше или равно минус 3, то есть минус 3 меньше или равно, х меньше или равно 2. Потому что, естественно, точки писать... В смысле, а вам же нужно x от 2 до бесконечности. Так, отлично. Значит, x от 2 до бесконечности. Значит, x больше или равен 2. Да. Вместо, да. Для того, чтобы не путаться, есть простой способ писать числа всегда в порядке возрастания. Это, конечно, замечательно, что у вас в школе учат, что есть знак меньше, есть знак больше. Но когда слишком много знаков, это всегда плохо. Привыкните, что x больше или равен 2. Это что значит? Значит, 2. А где-то там справа x. Правильно? Все, спасибо. Это вы решили. Вот вам просит координат. Извините, что это стоит немножко грязное. Кто нарисует график y равен модуль x плюс 3 минус модуль x минус 2. Так, пожалуйста, не надо сначала рисовать модуль числа x плюс 3, а потом рисовать модуль x минус 2, а потом прокрашивать. Можно сразу. Когда мы имеем дело с функцией, которая составлена из линейных функций и знаков модуля, срабатывает идея кусочно-линейной функции. Что значит кусочно-линейная? Это значит, что у нас есть вот неприятные эти точки, особые точки, минус 3 и точка 2, да? В которых происходит изменение того, как функция ведет себя. А во всех остальных точках она линейная. Во всех остальных точках она линейная. Поэтому что вы должны на самом деле сделать? Для построения графика, в каких точках в первую очередь надо найти, вычислить значение? Нет, не здесь. Число 2, конечно, назерся здесь, но нам нужно еще найти y. Подставьте вместо x двойку. 5 минус 0. Будьте добры, здесь вот отсчитайте 5 единиц. Таких вот. Раз, три, раз. 2, 3, 4, 5. Отлично. Вот. А теперь берете точку с координатами 2, 5. Это где-то здесь. Пониже еще. Чуть ниже. Да, отлично. Теперь давайте упражняться дальше. Берем точку. Нет, не 3, наоборот. Х равно единице. Я хочу сейчас пройтись по точкам между минус 3 и 2. Итак, на 1 будет сколько? 3. И с равно единице, х равно 3. Так, замечательно. Х равно 0. 3 минус 2. Это сколько? 1. Рисую. Так. Теперь х равно минус 1. 2 минус 3. Минус 1. Минус 1 рисую. Отлично, отлично.
дальше х равно минус 2. 1, минус 4. Давайте. Нет, вы по оси 11 проставьте. Минус 1, дальше минус 2, минус 3. Да-да-да. Итак, что у нас там будет? Отсюда, от двойки, график тоже пойдет горизонтально. Давайте объясню почему. Потому что когда вы от двойки чуть-чуть сдвинулись, то у вас ровно на это расстояние увеличивается этот угол и этот. И они друг друга уничтожают. То есть картинка получается такая. Вот здесь вот горизонталь, дальше прямой и дальше горизонталь. И вот этот самый горизонталь, это на уровне здесь 5, а там 5.